Адреналін, драйв і хуткасць. На Баравой прайшлі спаборніцтвы па картынгу сярод аматараў ва ўзросце ад 14 гадоў. За званне лепшага ўдзельнікі змагаліся на трасе даўжынёй у 450 метраў. Турнір прыняў амаль паўсотні чалавек з усіх рэгіёнаў Украіны. Соревнования проходят сразу в 5 номинациях, и такие гонки организовываются примерно раз в месяц. Основные цели и задачи – популяризация автомобильного спорта и, в частности, картинга среди населения. Гонки на картах – дитячий вид спорта, але он активно развивается и становится популярным сярод мужчин и навод жаншин. Научиться керовать таким транспортом нескладано, ему всего две педали, газ и тормоз. На трассе можно было зауважить и в опытных гонщиков, якія прыехалі, каб падтрымаць сваіх калег, дзяліцца сакрэтамі і на сваім прыкладзе прадэманстраваць спрыт і цуды на віражах. У каждого человека свой подход. Кто-то садится сразу и начинает пытаться ехать на пределе, кто-то спокойно накатывает круги и ускоряется, ускоряется и добирается. То есть немаловажно смотреть, как едут соперники, особенно зная, кто из них быстрый, то есть смотреть за ними и что-то пытаться выцепить. Ну и постоянно нужно ездить. Удельники прошли несколько этапов спаборництва. У переможцев у каждой номинации вершивали дипломами, медалями, кубками и каштовными подарунками.